Да. Надежда Петровна, здравствуйте. Надежда Петровна, здравствуйте. Меня зовут Ольга. Интернет-магазин зоотоваров thezoo.ru. Вы покупали машинку для стрижки шерсти в нашем магазине. Я звоню, чтобы поинтересоваться, в порядке ли товар, есть ли вопросы. Нет, вопросов нет никаких. Машинка в порядке. Спасибо, что позвонили. Ага. А скажите, а вы для какой породы собак покупали? Мы покупали для кота. У нас кот полуперс. Ага. Полуперс. Шерсть высокая, ну, хорошо стрижет. Мы довольны очень машинкой. Ага. Ой, спасибо вам за хороший отзыв. Что бы вы нам посоветовали нашему магазину, чтобы у нас покупали чаще? Ой, ну я не знаю, вы в интернете, в общем-то, напишите, что эта машинка подходит не только там для собак. Вот у нашего кота довольно-таки высокая шерсть. Ну, очень длинная такая, длинная шерсть. У нас вообще лохматуша. И мы, вы знаете, мы использовали все насадки. И использовали 3, 6, 9, и стрижет всегда очень хорошо. Мы довольны. То есть при использовании всех насадок машинка работает качественно. Спасибо большое. А вы разрешаете запись нашего вот разговора, вот ваш положительный отзыв, выставить на нашем сайте? Хорошо. Можно, да? Ой, спасибо. Можно, можно, выставляйте. Спасибо вам, Надежда Петровна. Всего вам хорошего. До свидания. Выставляйте, девушка, мы разрешаем вам выставить этот разговор. Напишите, что все насадки работают качественно. Спасибо вам, что позвонили. Ага, до свидания.